Павецкий, Державный аграрный колледж. Сегодня тут научается 680 будущих специалистов агропромыслового комплекса. Яким будет их первое працовное место и вообще, что чекает их у господарках? Это питание. Хвалю я всех. На встречу с навученцами запросили былых выпускников этой установы. По-перше, так больше легко наладить контакты. По-другое, размова отремливается больше практичной. Евген Жалюк закончил колледж в 2015-м. Сегодня працую уже наместником директора сельскохозяйственного предприятия Домановича. Кажется, что, как достигнуть неких вышин, необходимо не ухиляться ни до какой работы. Приходилось выполнять различные работы. И животноводческую отрасль, и инженерную сферу. И непосредственно свою работу. И даже если где-то какие-то вопросы ты не всегда компетентен, приходилось идти и разбираться прямо на месте. Хоть одразу имкнуться до высоких посад, молодые специалисты все ж таки не рают. Коли былого выпускника хутко призначают на посаду уголовного специалиста, это так само не лепшая перспектива. У идеале необходимо спочатку отримать отповедный практичный опыт. У Полесском Державном аграрном колледже лечить, что наибольш значного эффекта можно достигнуть при метовом научании, коли специалист рихтуется для конкретной господарки. И со слов руководителей, и со слов наших выпускников, да, в этом больше плюсов. Я подчеркиваю, самый значимый плюс в том, допустим, что практики проходят в том хозяйстве, где выпускник будет работать. Он видит производство, он уже знает производство, он уже знает специалистов. Финал встречи будущих аграров с аграрами сучасными – вознагороджение специалистов агропромыслового комплекса подяками областного отделения Белорусского фонда «Миру» за особистый вклад в развитие галины и харчовую безпеку Украины. Крыху позднее старшиня отделения Тимофей Глушаков узгадая, как у 70-х годах сам працевал у Калинкевичек, спочатку начальником районного управления по сельской господарстве, потом старшиней райвыконкама. И додать во все часы для специалиста любого узровню уголовные относительно с коллективом, выпускникам Полесского колледжа об этом необходимо памятать обовязково. Работа с людьми. И обучение, и воспитание, и так далее. И вот я, имея такой жизненный опыт, я на первый план именно и ставлю этот вопрос, чтобы была команда единомышленнику, которые тебя понимают и которые тебя будут поддерживать. Олег Сентеров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Калинкевичем.